Всем привет! Это моя игра на движке Unreal. Тут, как вы видите, шахматы с определенной такой вот тематикой фэнтези а-ля Кощей Бессмертный, Алеша Попович, вот такие вот всякие супергерои. Ну, в принципе, концепция видна. Вот такой вот замок, как уровень, как антураж, который вот используется. И давайте я сейчас быстренько покажу свои блупринты, которые я сам написал вообще с нуля, занимался по курсам, долго изучал. И вот сейчас вы видите, это основной CS-контроллер, который сделан для того, чтобы смотреть, как могут ходить шахматы, не могут, и передавать потом то, что я хочу сделать, уже полную пешке, которая будет это все исполнять. В игре предполагается мультиплеер, он уже сделан, но на уровне играть на одном компьютере. Ну и, конечно, много пока что недоработок. Вот сейчас, смотрите, я покажу свой созданный искусственный интеллект, который я тоже сделал на блупринтах. И я очень долго его делал, месяца два, наверное. Но он, конечно, получился, возможно, не таким классным, как мог бы. Но я сам не программист изначально, и для меня, наверное, это тоже определенный прям скачок был создать что-то подобное, что может, так вот сказать, играть со мной в шахматы. Ну, и с тем игроком, кто будет играть в эту игру. Я сейчас показываю вот определенные блупринты, насколько все это... Не знаю, может, для кого-то это все ерунда, но я очень много потратил на это времени. Сейчас давайте я покажу быстренько симуляцию, ну, для того, чтобы еще раз посмотреть вот уровень, в котором все это происходит. Игрового процесса пока нет, но вот, собственно, такой вот антураж, такая вот идея. Также с мной, вот смотрите, сделаны анимации. Ну, сейчас пока что это айдл анимации. Сделаны, видите, сами шахматы, шахматные фигуры. Я сам по образованию художник и работаю дизайнером компьютерной графики. В общем, вот. Некоторые тут модели взяты с мегаскана, но больше, то есть большинство, в принципе, почти все создано мной с нуля. В общем, вот. Сейчас я покажу вам, как работает эта игра. Сейчас. Не здесь. По-моему, не здесь. А, ну, это вот... Я показываю просто, как игра работает в случае, если ты играешь сам с собой. То есть на одном компьютере два игрока. Но можно сейчас будет включить все-таки искусственный интеллект. Он запускается с основного меню уровня. Так, он не подключился пока. Также у меня собран билд, я чуть позже его запущу, потому что здесь, смотрите, в этом случае запуска через Unreal движок есть определенные тормоза. Ну, связанные, кстати, с искусственным интеллектом, который без нативизации блупринтов работает не слишком быстро. То есть у него есть определенные затупы. Вот, в принципе, сейчас смотрите, компьютер будет со мной играть. Видите, есть легкое притормаживание в этот момент. В общем, вот. Вот. Так, вот изначально у меня планировалось сделать игру, где все шахматные фигуры будут заменены как раз персонажами, но объем, который предполагался для реализации этого всего, это оказался на данный момент, может, даже неподъемным. И я, в принципе, понял, что и как концепция это может быть не очень, потому что легко запутаться, где шахматная фигура, где персонаж, и какой персонаж есть шахматная фигура. Даже какие-то определенные обозначения все равно превратили бы, мне кажется, игру в какой-то степени в мусор. Вот я сейчас запустил как раз-таки саму игру, саму сборку, сам билд. И давайте я, допустим, начну играть за черных. Вот играть. Немного текстуры подгружаются. Ну, в общем, видите, тут уже никаких тормозов нет.
И я тут пытаюсь играть с компьютером. Сразу скажу, уровень у меня невысокий, и у меня, наверное, тоже не слишком большой, но мне кажется, для начинающего игрока такого уровня вполне может быть достаточно, который хочет ознакомиться с игрой в шахматы. Но в игре предполагается мультиплеер, и вся ставка будет сделана на него на данный момент, он до конца не реализован. В общем, такая вот игра. Как видите, анимации есть у персонажей, анимации на ход и анимации также на, так сказать, на противника, на его истребление, что называется. Есть еще вот персонажи дополнительные, они как-то сейчас не задействованы, но я думаю, в случае там победы или проигрыша будет тоже сделана дополнительная определенная анимация у этих персонажей, потому что скелеты, кости у них есть. И изначально, допустим, даже вот слева гном, стоящий с топором, он был в качестве пешки и мог ходить по полю и бить тоже топором. Собственно, вот такая вот игра. Спасибо за внимание.